это кто еще? Уф. Запускай. Давай, 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 давай. Ой. Мальчика схватили. Да бегу я. Мальчику нужна помощь. Лупи его. Что ж, пойдем. Мы с вами отыскали кинжал, и его нужно будет отдать Синдри. Так, на выход нам вот сюда. Ну и что это такое? Какие-то звуки непонятные. Почему сын его предал? Убить родного отца из-за сокровища в голове не укладывается. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да. Я тут. Ну блин, почему нам не показывают, как он его бьет? Это самый такой приятный момент. Ух! Вы откуда взялись тут? Так, ну чё? Оп! Раз! И вот сюда. Это я почувствовал. Ну что ж, надо добить его. Но не успеем. Он сможет снова встать. Но тут, в принципе, можно вот такими ударами. Ну и теперь подбираем лут. Здесь много всего вкусного. Вот, например, колдовская печать стойкости. Повышение сопротивления отравлению на 20%. Сердце древнего. И чешуйки. Между прочим, их очень даже здесь много. Ну вот теперь, по-моему, точно все. А, нет. Нет, не все. Так, вот прямо здесь у нас Синдри. Привет. Вы случайно не нашли тот точильный камень? Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну,
Возьмите это в обмен на кинжал. И что это такое? Талисман предательства. Редкий предмет. Ну, чувак, ну можно было, конечно, что-нибудь поинтересней нам предложить, а от этого нам придется отказаться. Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. У меня к вам просьба, совсем небольшая. Помните кинжал, который вы мне дали? Кинжал из спины разбойника, которого убил родной сын? Ну да, конечно, я помню. Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Бьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. Да, придется позаниматься. Семейное дело, пройдите в цитадель Нортри. В этих поисках нам никакого смысла. Есть смысл, если Синдри сделает нам хорошее оружие на этом точильном камне. К тому же, этот урод убил родного отца. Так, все. Идем. А давайте-ка посмотрим. Здесь у нас острова на озере. Кости Гюльдвейк. Кости. Так-так. Ну, нам тогда придется обратно плыть. Давайте по фасту. Так, это мы с вами сбиваем. О, еще один глаз. Ну что, прям здесь змей, да? Вот, мы под его пастью. Офигенное зрелище. Ну, в принципе, неплохое задание мы с вами выполнили. Наконец-то было немного больше экшена. Это круто. Я люблю экшен. И посмотрим как раз-таки по навыкам. Здесь бы я хотел прокачать клинки. Давайте прокачаем вот это вот. Вот этот прием во время бега. Здесь у нас мощная атака. Так. Стихийный бой. О! Да. Мы с вами, когда будем наносить быстро удары, не получая урона, наши атаки будут усилены. Ну, опять же, при использовании клинков хаоса. Так. По щиту. Что у нас тут? Яростный бой. Это вот как раз-таки спартанская ярость. Прокачиваем. Так, а тут... О! Это у нас будет мощная атака с более широкой областью поражения. А тут? Подобрать и бросить большой камень? Давайте попробуем. Неплохо. Мимир, может, закончишь ту историю? Конечно. Где мы остановились? А, из пустоты возник первый великан Имир, и после от него произошла вся жизнь на свете. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими. Именно Один поднял руку на своего создателя и пролил животворящую кровь Имира. Он сказал, что так было нужно, чтобы навести порядок. Из разорванного тела Имира Один скроил Мидгард на свой вкус. Себя он назвал всеотцом, будто он сам был творцом, а не убийцей творца.
мелкий, завистливый тиран. Мир? Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом месте. Фримонт. Эрик. Все в порядке? Нет. Мои товары под водой. Мои люди утонули. На их тела все еще ходят по берегу. Хельские скитальцы. Много тут таких. Я их капитан. Они умерли по моей вине. Но эти твари оскорбляют их память. Я найду способ избавить их от мук. Таково мое решение. Убейте моряков-скитальцев. Это где? Моих корабля по озеру. Так, цели. А, вот они. Эй, подожди, а... Блин, нам что, придется вернуться? Да какого фига, блин? Я так, не ребят. Знаю, чем прогневал Тора, но он покарал меня быстро. Ух ты. Ну вот так. Я тут. Беги. Блин! Я забыл купить камень воскрешения. А без него мне что-то не хочется идти далее. Пойди сюда. Карта сокровищ. Отлично. Обалдеть! Так, тут у нас... Ну, хотя бы примерно посмотрим. Опять какое-то колесо. Блин, а как туда пробраться нам? Ну чё, пойдём? Блин, ну вот... Нет, спускаться я не буду. И тут есть... Эти кости источают магию. Наверное, это Гульвейк. Может... Может, возьмем? Вдруг нам попадутся остальные. Призрак лжет тебе, сын. Я не знаю. Я знал много призраков. Все они лгут. Но этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. Это был символ решимости. Так, вон туда, как нам спуститься? Ё-моё, посмотри, у нас там разрыв. А, вот сюда спускаемся. Ну? Что ну? Жаровня. Как хочешь. Ждём неприятностей. Векия! Ну да. Уже можно идти. Так, заряжай. Молодец. Ну опять они. Ах ты гад. Да блин. А как тебе это? А вот это? Вот и все.
Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра, но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Так, третий из четырех духов освобожден. Осталось где-то найти еще одного. Оборотень! Где? 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 Ой! Почти готов. Ничего себе! А вот получайте. Давай, давай, хотя бы одного надо успеть. Так, успели. Ах ты гад! Давай. Ух, опасненько было. О, напряжно, конечно. Так, туда мы с вами спускаемся вниз. И потом можно будет снова использовать лодку. Так, ребят, здесь, конечно, все немного посложнее. Так, вижу. Глаз Одина. Отлично. А, нифига себе! Вот это да. Ну, хотя бы давайте посмотрим, сколько времени будет. Ну, приличное время. Так, ну, в принципе, у меня есть идейка. Так, знаете, как мы с вами сделаем? Надо бы, конечно, как-нибудь так, чтобы она не крутилась. Да. О! Быстрей! Яблоко Идун. Одно из трех. Так, либо мы с вами поднимаемся туда наверх, и что от этого нам будет? Непонятно. Потому что вон там я вижу разрыв, и нам туда, скорее всего, и надо попасть. Здесь есть на что посмотреть. В этих краях я открыл возможности для охоты и торговли. Я давно отказался от поисков Йотун. Да все понятно. Поплыли, нам нужно еще подобрать росу. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых. Блин, а почему не получается вызвать этот лифт? Ну ладно. Тогда плывем далее вдоль берега. Вот сюда, что ли?
Вот она, роса! Ура! Голова, сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересную? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам о забияке Грунгнире. Всю правду, не байки всякие. Знаешь что? Я попозже расскажу. Так, вижу. Еще один ворон. Далеко ты от нас не уйдешь. Есть. О, серебришко. О-оу.